рядах партии «Единая Россия» пополнение. В Химках провели традиционное мероприятие – вручение партийных билетов. Удостоверение новым членам вручали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Совета депутатов Михаил Раев. Новые партийцы в течение полугода проходили испытательный срок. Вначале стали сторонниками партии и принимали активное участие в проектах. 6 месяцев у нас длится испытательный срок, где человек, который написал заявление, активно принимает участие в рамках проводимых партийных мероприятий, партийных проектов. И по истечении 6 месяцев, если он изъявляет желание вступить в ряды партии, мы рассматриваем его кандидатуру на местном политическом совете и принимаем решение. После принятия решения в торжественной обстановке вручают партийные билеты. Я больше чем уверена, что все люди, которые получают билеты члена партии «Единая Россия», они ставят перед собой амбициозные планы. Но в первую очередь они все-таки делают это сознательно. Я, конечно, хочу поздравить сегодня новых партийцев, которые вольются в наши ряды. Очень приятно, что в нашем округе есть не безразличные люди, которые болеют за свой город. В церемонии вручения партийных билетов присоединился и председатель Совета депутатов Александр Дринов. Что такое власть? Это не только руководство, это взять на себя ответственность за практически все развитие, начиная с городского муниципалитета, кончая России в целом. Также подвели итоги конкурса «Мой защитник», который проводила партия в честь Дня защитника Отечества. В конкурсе приняли участие жители со всего Подмосковья, но победу одержала химчанка Анастасия Яшкова. Участники должны были рассказать о человеке, который ассоциируется с защитой. Анастасия решила рассказать о муже, сотруднике МЧС. Кто, если не мы? Так вот мы решили, да, всей семьей. И сняли небольшой видеоролик совместно с нашим маленьким сыном. Ролик как раз был о работе нашего папы. Мы описали о том, что он неоднократный участник ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Рассказали про службу на Дальнем Востоке и о том, как мы сейчас живем здесь, в Химках. Молодой семье вручили грамоту, приятные подарки и модель танка. Конкурс «Мой защитник» — лишь один пример партийного проекта. Всего их 16 на территории Химок. Например, проект «Новая школа». Был построен детский сад в прошлом году в микрорайоне Подрезково. Были возведены 2 пристройки. Одна из них в микрорайоне Сходня, 21-му лицею. Вторая также в микрорайоне Подрезково к 20-й школе. Это новые комфортные, удобные помещения, которые сейчас активно используются. Проекты самые разные и касаются благоустройства, строительства социальных объектов, безопасности, инфраструктуры и других направлений. Новые члены партии теперь смогут принимать активное участие в улучшении городского округа. Всего билеты получили 15 человек.